Мы находимся на фестивале экстремального спорта, и я думаю, что пора повышать уровень экстрима. Я буду сейчас испытывать Rodelbahn. Все, готов? Да, готов. Поехали. Rodelbahn похож на американские горки. Ну что, красивая, поехали кататься. О. А что меня там ждет? А, посмотри. Не знаю. Первый раз на Rodelbahn. Я как немножко нервничаю. Не знаю. Давай, успокойся, Патрик. Все хорошо. Кайфуешь. Я просто смотрю, что у меня вперед, а потом надо спускаться. Какой скорость. О май гад. Только представление. Мне как-то страшно. Зато тут красивая природа. Вот. О, Сибирь. Да. Ну, когда я вижу такую природу, когда я вижу такую Сибирь, мне не хочется отсюда переезжать, потому что вот столько красоты. Но это лето, а зимой, если честно, зимой я думаю, куда переезжать. Но знаете, у меня такой цикл, да? Зимой думаю, Патрик, давай куда-то, куда-нибудь, потому что мороз здесь вообще ужасный. Если бы у нас была месяц, да, всего месяц, было бы хорошо, но у нас зима здесь сколько? 9 месяцев, что ли? Подъем, подъем, подъем. Вот еще самый страшный подъем. И там написано «Опасный участок». О май гад! Я уже... вот так! Вот вверх! О май гад! Я не знаю, что меня там ждет. А почему я сказал, что я экстремал? Я не экстремал, я простой чувак. Простой человек. Теперь поехали. О! Вот опять! О май гад! Вот все. О май гад! Вот! Это просто, знаете, страшно и круто! Одновременно! Ну все, пускаемся во все тяжкие. На очереди зип-райдер. Это полет с вышины на тросы. Буду Тарзан! Я это сделал. О май гад. Я не понимаю, как люди здесь спокойно. Вообще. Люди сюда ходят, а спокойно. Опа. Рано. Опа. Вот. Меня тут он даже не кричал. Вообще. Как можно здесь спокойно кататься? О, спасибо. Приезжайте еще. А, не уверен. Там все сухое. Да, вообще там. У меня просто, ребят, это то, что называется экстрим. Наконец-то! Первый в России фестиваль экстремального спорта состоялся, и я участвовал.
Да, не только как телеведущий, но и как спортсмен. Это была просто экстремально, это было круто. Это, я не знаю, почему вы сюда не приезжали. Да, надо было приехать сюда. Потому что такой пропустить не надо. Будьте настоящими сибиряками. Будьте экстремальными. До следующей встречи.